Привет всем! Итак, для этого печенья нужно сначала нарубить мелко любые орехи. У меня миндаль. Теперь я нарезаю шоколад. Итак, в кастрюльку или в сковородку с толстым дном нужно поместить сливочное масло. Включить слабенький огонек и растапливать. Сейчас я добавляю сюда 2 столовые ложки тростникового неочищенного сахара. Можно любой сахар. Этот сахар, видите, какой он коричневый, он называется мускувадо. В общем, сладость этого печенья регулируйте по вашему вкусу. Я добавляю вот 2 столовые ложки. Сейчас я добавляю молоко, ванильный экстракт, 1 чайная ложка, рубленый шоколад и какао. Перемешиваю до однородности. Добавляю щепотку соли и рубленый миндаль. Перемешиваю. Сейчас я выключаю огонь и прямо в горячую смесь всыпаю овсяные хлопья. Огонь уже выключен. И теперь надо это все перемешать прямо ложкой. Получается вот такая густая смесь. Теперь нужно взять противень с пергаментом. И дальше возможны варианты. Вы можете выложить всю массу одним пластом и потом нарезать на квадратики. А можно вот взять какую-нибудь форму. Вот, например, у меня вот такая. И выкладывать массу в форму прямо ложкой. И вот так немножечко трамбовать внутри. На одно печенье я беру примерно 2 столовые ложки этой смеси. Можно делать более мелкие, можно делать покрупнее, кому как нравится и как у вас получится. Можно брать любые формы для печенья. Теперь противень отправляется в холодильник примерно на 1 час. В общем, его нужно поместить в какое-то холодное место. Если у кого-то холодно на балконе, можете поместить просто на балкон. Если вы хотите быстрее, чтобы оно застыло, поместите в морозилку. Если, конечно, оно у вас по размерам позволяет. В общем, печенье должно хорошенько охладиться, застыть.